Yeah! Слава богу, ты в безопасности. Отдохни. Уже скоро ты встанешь на ноги. Альфида, ты ведь цела? Этим жалким молокососом меня не сломить. Избить ребенка за кусок хлеба. Я им такого не спущу. Мерзавцам плевать, что мы голодаем. Элурик, такова жизнь. Мир жесток к тем, у кого не хватает сил за себя постоять. Альфида, поговорим наедине? У него добрая душа, но без отца в семье он чересчур изнежился. Ты растила его одна? Что стало с вашими родителями? Когда ему было 3 месяца, их унесла чума. Никому не нужна девушка с ребенком на руках. Твой черед. Что тебе от меня нужно? Я здесь по просьбе Элдермена Бирстона. Его любовь к тебе не угасла. Любовь? Милый Бирстон, он не забыл. Верно. Порой и я о нем вспоминала. Но я заботилась о брате, и мечтать было некогда. Альфида, он думал лишь о тебе. Его жена возвращается на родину, и он просил найти тебя. Но что из этого выйдет? Я простая женщина и только. Он ведь элдермен. Господь, помоги мне. Я дам ему шанс. Как можно отказать? Боже. Его нужно лишь позвать. Разожги костер, и он сразу прискачет сюда. Элурик, подойди и сядь. Мне нужно кое-что рассказать. Мой нежный яблоневый цвет. Ты ли это? Да, я. Хоть морщинки и появились у глаз. Они блестят столь же ярко, как и прежде. Эйвор все тебе рассказал? Да, все. Ты согласна, любовь моя? Мое сердце замерло. А этот юноша Элурик, брат Альфиды. Приветствую, мой... Господин, для тебя я Бирстон, и только. А ты вырос крепким. Сколько тебе? 19 лет. Бирстон, другой родни у меня нет. Хочешь, чтобы я осталась, прими его тоже. Бирстон, часть уговора выполнена. Вернусь, когда закончу со второй. Значит, мы покидаем Мелдун? Да, мальчик мой, чтобы жить со мной в Колчестере. Может, я научу тебя охоте?
А пока, Элурик, советую тебе подольше погулять у озера. Пусть наслаждаются друг другом. Пора заняться похищением в Колчестере. Не могу поверить, что ты не забыла обо мне. Покажи мне. Как твои люди, Ролла? Они готовы сделать то, что нам нужно? Предательство Герхильд стало для них ударом. Все знали о ее ревности, но такого не ожидал никто. Впрочем, забудь. Мы готовы. Что нам нужно делать? Ждите сигнала. Действуйте, когда я подойду к Эстрид. Я стану твоим топором. Скоро придет ночь. Тогда и нападем. А дальше? Раньше приносили в жертву Джона ячменное зерно, чтобы земля была тучной, а урожай богатым. Брось эту языческую чушь. Теперь есть лишь один бог, и он о нас позаботится. Что в этой жизни, что после. Что? Будешь гнить? Сдавайтесь, саксы! Леди Эссекса в наших руках! Oh!
Сдавайтесь, саксы! Леди Эссекса в наших руках! Со мной! О, нет! Оставь меня, подлая тварь! Стража! О, горе мне! Пусти! Боги, так тебе не обмануть и ребенка! Руки прочь, зверь! Неужто меня обесчестят? Думаю, уже можно не бежать, верно? О, какой день! Сердце так и бьется! Радуйся, что бьется. На твои вопли сбежалась половина колчестерской стражи. Все должно быть по-настоящему. Отец говорил, я хорошо притворяюсь. Пыло тебе точно не занимать. Разве тебе было не весело? Признаю, мне понравилось похищать принцесс. Я отважно дала отпор похитителям. Но что теперь со мной станет? Не лишат
для меня честь? Не волнуйся, ей ничто не грозит. Как же так, Эйвор? Ты не страшишься воинов Альфреда, но мои намеки тебя пугают? Наконец-то! Теперь лишь пенящиеся воды пролива отделяют меня от дома. Вы справились, Ролла. Ты и твои люди. Готовы отплывать? Шипящий сын Локи вспенивает воды пролива. Придется нам дождаться ясной погоды. Берегитесь. Люди Альфреда будут искать Эстрид. Пусть Бирстон и отзовет своих. Эйвор, сейчас не время тревожиться. Мы празднуем! Я принесу тебе меда. Бирстон ждет тебя к северо-востоку от Колчестера. Но ты заслужил больше, чем обещал мой муж. Я буду ждать тебя. Подальше от пирующих данов. Клянусь молотом Тор! Поищу Бирстона. Наверное, он на охоте. Вместе с твоим отцом. Да! Апан достойный самого Локи. Мы, смертные, похитили их Идун. Интересно, что меня ждет? Новая жизнь. Или, напротив, прежняя. Прежняя жизнь, Родина. Боже, все эти годы, как долгий сон наяву. Как ожидание, когда меня наконец разбудят. Теперь ты пробудилась? Да. Все, что случилось в последнее время, в меня будто вдохнули новую жизнь. Эйвор, я прежде не видела подобной силы и страсти, столь пламенного духа. Ты преувеличиваешь. Я хотел лишь помочь клану и снискать славу. И почему твоя честность столь соблазнительна? Причины сердца неведомы разуму. Скажи, ты о чем-то мечтала? Конечно. О том, что за проблесками счастья последует нечто большее. Настоящая радость и любовь. Ляг со мной, Эйвор, под звездами Англии. Пусть это станет моим последним воспоминанием о ней. Сегодня мы будем вместе. Но завтра начнется новая жизнь. Ты не пожалеешь? Тише, молчи. Иди ко мне. Thank you.
Осмотрись вокруг. Мужчина, его пес и природа. Что? Бирстон, Эстрид сказала, ты ждешь здесь. Милый Эйвор, лишь благодаря тебе я воссоединился с возлюбленной. Тены уже спрашивали, почему ты не ищешь Эстрид? Да, конечно. Я сказал, что надежды нет. И бросился на постель, рыдая в голос. Как тут не поверить? Этого может не хватить. О, брось. Вокруг лишь шелест листвы. Все интриги Колчестера остались позади. На охоту! На кого мы охотимся? На вепря. Удивительный зверь, не так ли? Свирепость, горящие глаза и острые клыки. Я знавал одну деву щита. Она билась верхом на вепре. Звала его Яроклык. Поразительно. Твои истории интересно слушать. Но нам вепри нужны не для езды, а для пира в честь Альфиды. Твоей полюбовнице? Бирстон, если обман раскроется, Альфред лишит тебя титула. Наш союз будет бесполезен. Не бойся, я буду осторожен. На пиру в моем доме будут лишь друзья и моя семья. Там мы и скрепим нашу дружбу. Ламос был совсем недавно. Меня никто не узнает? Нет, для всех ты просто дан. Да и в той суматохе людям запомнились разве что крики Эстрид. Это твои земли. Я положусь на тебя. Как Альфида. Она такая пылкая. Наша любовь горит жарким огнем. Совсем как в юности. Да и Элурику я рад. Он мне скорее как сын, а не младший брат. Я столькому хотел бы его научить. Вот, здесь водятся лучшие вепри. Вперед! Нужно подготовиться к пиру. Опасные звери. Но вкусные. Славный вепрь для моей любимой подойдет для первой части. Смотри, какой жирный! Вкусно выйдет такое. Вперед! Нужно подготовиться к пиру.
Рука устала. Мы молод. Славная охота, Бирстон. Думаю, на сегодня хватит. Даже мои тены не останутся голодными. А уж им всегда мало. Вцепились в меня, словно волки. Тебя они докучают, зато меня позабавили. Я сыт по горло распрями ярлов и проклятой политикой. Ты сделал нас по-настоящему счастливыми, Эйвор. Спасибо тебе от всего сердца. Бирстон, следуя велению сердца, искал и обрел любовь в печальных чертогах своей памяти. Красиво сказано, мой друг. Красиво сказано. Идем, Перси, псина-то горемычная. От тебя толку чуть. Зачем я только тебя держу? Тепла очага. Но благодаря Альфиде все изменилось. Уа! Уа! Флеуга! Флеуга! Газ! Бирстон, ты обещал мне, что мы с тобой больше не расстанемся ни на миг, и уже хочешь улизнуть на охоту. Ха-ха-ха. Для пира, милая. Мы многим обязаны нашему другу. И я отплачу за ужином из свинины и эля. Сестра, ты забыла, где находишься? Элорик, я заслужила свое счастье. Или я должна нянчить тебя вечно, неблагодарный? Счастье, да. Но каждую ночь ты позоришь себя, отдаваясь этому кабану. Придержи язык. Мне тоже есть что сказать. И что же? То, что ты вернулась к человеку, который давно променял тебя на франкскую девку? Который приказал Дану похитить ее в ночь Ламоса? Не смей дерзить. Или то, что ты позволяешь ему спать с тобой, не надеясь на что-то большее? Об этом шепчется весь Эссекс. Он женат, жену его похитили, а ты всего лишь... Лишь его! Всего лишь мать его сына, щенок! Сына? Альфеда! Прошу, малыш, я... Я не прощу тебя за это. Никогда. Мой лорд, добрые вести! Господь не спаслал свою милость. Люди Альфреда нашли Эстрид. Они уже скачут ей на помощь. Я не позволю им помешать нам. Поговорим, когда этот корабль отчалит. Я все исправлю, но однажды позову тебя, и ты придешь. Можешь не сомневаться, друг. Я так хотела рассказать тебе об этом. Тише, ангел мой.
Эстри так близка к свободе. Надеюсь, еще не поздно. Ролла! Люди Альфреда нашли вас! Что? Не может быть! Лорк, охраняй Эстри ценой своей жизни. Если ее заберут, нам всем конец. Идем, леди. Я не позволю ему вести тебя. Берегись! Ларк! Один, нет! Отпустите ее, Даны! Если она цела, мы пощадим вас! Ты уже близко! Защищай сестрицу! Готовьте корабль! Я тут возьму.
Эстрид, я обещал тебе свободу от оков Уэссекса. Земля франков ждет. Иди, и да хранит вас Эгер. Я буду скучать, Эйвор. Когда минет зима, лето подарит тебе цветочный наряд. Твоя краса никогда не увянет. Фрейя, дай мне столь сладкую речь. Идем. Береги ее, Ролла отважный. И если пристанешь к нашим берегам, буду рад увидеться снова. О, они спаслись. Берстон получил, что хотел. А Эстрид плывет в земли франков. Пора вернуться к Рандве. Здравствуй. Ты ее выбросила? Вовсе не выбрасывала, просто отложила. Прошу, хватит. Ранды, что стряслось? Боюсь, еще один спор. Опять Хольгер со своими проделками. Можешь рассудить? Судить — это долг Ярла. Нужно позвать сюда Сигурда. Он не хочет никуда выходить. А заменить его сможешь только ты. Не знаю, я все же не Ярл. Я прошу. Дадим Сигурду прийти в себя. Ладно, давай. Гудрун, Хольгер, подойдите. Я выслушаю вас обоих и постараюсь вынести решение поскорее. Гудрун, говори. Он обокрал меня. Испортил то, что мне принадлежит. 3 дня назад у меня пропала парусина. Я начала ее повсюду искать. И нашла у дома Хольгера. Она была испорчена. Исписана глупыми каракулями. Ложь, клевета! Хольгер, помолчи. Тебе известно, как вести себя на суде. Так, Гудрун, что ты сделала, когда нашла парусину? Потребовала у Хольгера плату. Ведь исписанную ткань уже не продать и не обменять, верно? Я лишь прошу заплатить за то, что у меня забрали. Но он отказывается. Значит, Хольгер взял то, что принадлежало тебе, и испортил. А ты теперь хочешь получить плату, все правильно? Да, верно. Хольгер, что скажешь ты? На днях я нашел под причалом заплесневевшую ветошь и взял то, что от нее осталось. Видишь ли, мне нужен был холст, чтобы написать на нем очередной свой шедевр. Парусина была в таком плохом состоянии, я решил, что это мусор. Обычные отбросы. Ясно. Мои помыслы были чисты, Эйвор. Разве вор повесил бы украденное у всех на виду? Я так не думаю.
Эта женщина твердит, что ее обокрали. Но я лишь подобрал кусок гнилой ткани, который она сама выкинула. Вот чушь. Моя вина лишь в том, что я дал новую жизнь неприглядной ветхой парусине. Ты думаешь, Гудрун необоснованно требует вернуть то, что сама выбросила? Вот именно, да. Ладно, мне все понятно. Я могла продать парусину, а Хольгер лишил меня возможной прибыли. Это был мусор, а теперь нечто выдающееся. Если подумать, ценность парусины только возросла. Вот спасибо тебе, благодетель. А ну тихо! Я все обдумал, и мне ясно, что... Что такое? Что ты делаешь? Хольгер и Гудрун поспорили, а я пытаюсь их рассудить. Это моя обязанность, Эйвор. Ты же знаешь. Отойди! Тебя не было, брат. Я не хотел беспокоить. Плохое оправдание для такой дерзости. Надеюсь, тебе понравилось. Уже закончил свою песню, Скальд? Мой ярл, как я уже говорил... Нет! Довольно! Я услышал более чем достаточно! Сколько я тебя знаю, Хольгер, ты был хитрым и искусным лжецом. Твои речи сбивают с пути детей и смущают умы взрослых. Я слишком долго все это терпел. Но быть Хольгером-лжецом тебе оказалось мало, и ты пал еще ниже. Ты сделался Хольгером-вором и обокрал женщину ради своих нелепых сочинений. Ярл Сигурд, нет! Это же не... Прими же последствия своих действий. Заплати Гудрун в 30-кратном размере. 30-кратном? Ты шутишь? Это меня разорит. Я что, похож на шутника, Хольгер? Плати, или будешь изгнан. Ярл, прости, но... Мне нужна лишь плата за парусину, что он взял, не больше. 30-кратно! Серебром! Я решил ваш спор. Эйвор, прошу, разве так честно? Сигурд наш ярл, его слово закон, не противься ему. Видишь? Конечно, ярл, как повелишь, прости мою дерзость. Спасибо тебе, что рассудил нас. Проследи, чтобы все было сделано так, как я велел. Если снова потребуется, зови меня. Спасибо, Хольгер. И прошу, не держи на меня зла. Я не думала, что так выйдет. Я понимаю. Приветствую. Эйвор, спасибо тебе большое за то, что вмешался, когда Сигурд решил бездействовать, несмотря ни на что. Мне его жаль. Никогда не видел его настолько разгневанным и безрассудным. А ты? Я тоже. Его порой обуревают беспокойство, тревога, страх. Но такого не бывало. Никогда. Мы его надежда на исцеление. Он один из нас. И мы сделаем для него все, что сможем. Если не поздно. А пока у нас есть дела. В Эссексе мне пришлось заниматься делами сердечными. Союз заключен, но я привык решать вопросы в бою. Поняла. Спасибо, Эйвор. Посмотрим на карту союзов.
Что там с Линкольнширом? Недавно к нам прибыл дерзкий человек по имени Хунвальд. Хочет поговорить с тобой. Сказал, что дело очень важное. Где он сейчас? На причале. Пьянствует с моими людьми и распугивает рыбу. Ему не терпится с тобой встретиться. Как мило. Что ж, пойду прямо сейчас. Береги уши. А, новое письмо. Отлично выглядишь, Эйвор. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Советую. Это мудрый выбор. Это будто для тебя сделано. Я с радостью это куплю. И что, это все? Мне пора. Удачи. Всегда тебе рада, Эйвор.